И всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и с вами 12-я серия StarCraft 2 Head of the Swarm. Отправляемся на наш Левиафан, и давайте поговорим с Исшей. От тебя исходит столько силы, больше, чем когда-либо было у Королевы Клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать рой, управлять им. Но сейчас... Я его чувствую. Я сама рой. Воу-воу-воу. Ха-ха. Я сама рой. Вот это, конечно, круто. Давайте поговорим с Загарой, если с ней можно поговорить. Теперь я выгляжу как предводительница роя. Может быть, это поможет привлечь больше матерей стаи на мою сторону. Ты была и будешь истинной главой роя. Не имеет значения, как ты выглядишь. Для тебя возможно. Но тираны вряд ли с тобой согласятся. Однако. Давайте поговорим с Дехакой, которую мы увидели на протяжении всей прошлой миссии. Думаешь, оставшиеся главы стай присоединятся ко мне? Они камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я река. Я обойду препятствия, чтобы получить эссенцию. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Ну, думаю, что да. Думаю, что они не такие уж и простые, какими могут показаться. И давайте поговорим с древним. Ты переродилась. Теперь ты глава стаи. И сила твоя безгранична. Кажется, я могу раскалывать планеты. Стала ли ты равной Амуну, который когда-то управлял тобой? Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние. След тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь. Потому что он правда мог раскалывать планеты. Нормально. Ничего себе способности. Отправляемся в эволюционный отсек. Итак, диалог с Абатуром и новые способности Рейвика. Я думаю, сначала поговорим с Абатурчиком. Цепочки генов изменились. Перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем королева клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Зелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец. Новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. Вот-вот, давай-давай. Новый имидж заработал достижение. То ишь какой я. Недотрога. Взять образец. Ишь что захотел. Давайте смотреть, друзья, что мы здесь можем апгрейднуть. Роевик может закапывать. В закопанном состоянии роевика нельзя обнаружить без детектора. В этом состоянии роевик может порождать саранчидов. Здесь что? Порождение саранчидов происходит на 20% быстрее. Ну, просто почаще саранчиды, и саранчиды могут атаковать наземные и воздушные цели. Ты понял, чё? А что бы я бы взял? А вот давай, пока вот эти нагнетательные железы и оставим, пускай у нас будет антивоздух и антиземля халявный. Мы, правда, не получим полную невидимость, но... Или нужна она... Ну, в общем, пока попробуем, там, если что, поменяем.
Так, можем ли мы сюда зайти? После перевоплощения у Керриган появились новые способности, однако сейчас вы не можете выбрать их. Возможность менять набор активных способностей открывается после прохождения испытаний на Зерусе. Ну, то есть, ничего ты не можешь, иди дальше, сынок. Окей. Время пришло. Пора встретиться с оставшимися главами стаи. Возьми то, что принадлежит им. Определи судьбу всех зергов. Итак, плюс 5 уровней за основные задания. Дополнительная награда задания по эволюции гидролиска. 4 уровня Керриган еще за допки. Ну что ж, высшее существо, друзья. Поехали. Используйте горячие клавиши для быстрого доступа к способностям Керриган. Ее первые три активные способности всегда назначаются на клавиши QE. Ну прям Heroes of the Storm в StarCraft какой-то. Окей. Ну окей. Отправляемся, друзья. Ты должна знать своих врагов. Ягдра. Червь, извергающий кислоту, которая жжет как огонь. Клейд огромен. Им движет ярость. Силван, вечная мать. Ненасытная, уничтожающая все на своем пути. Убей их. И ты сможешь управлять всеми зергами. Все они отправили свои стаи атаковать рой. Поэтому сейчас их защита ослаблена. Загара, защищай Левиафан. Я сама справлюсь с главами стай. Воу, меня один их только вид-то пугает, а с ними еще и сражаться нужно. Вот это да. Итак. Моя королева, новый вид, сильный, может прыгать на большое расстояние. Высокий урон. Понял тебя. Хоп. Отличненько. Новая боевая способность. Псионный сдвиг. Быстрый рывок. Уничтожение всего живого на пути. Давай-ка поп... Друзья, вот это я понимаю, кайф. Так, а тут что? Артефакт Зелнага. Эта реликвия принадлежала Зелнага. Содержит важную генетическую информацию. Нужно заполучить. Понял тебя. Забираем. Уровни получаем, прости, крабик. Изначальные тараканы помогают, сражаются со стаей ягдры. В новом облике можно управлять эссенцией, лечить себя и других зергов поблизости. Воу, еще излечение нам дали. Я что-то просто отвлекся тут на этих супер красивых тараканчиков. Смотри, какие они красивые, ну. Не то, что мои. Ну, реально. Ну. И они какие-то еще особенно большие какие-то. Может, у них ХП больше, чем моих. Ну, в общем. Излечение. Восстанавливает Керриган 150 единиц здоровья, находящими рядом с союзными органическими единицами 50. И еще 50 от указанного количества здоровья. Окей. Ты кто такой? Хоп, минус. Что здесь есть еще? Во-во-во, полегче, мальчик. О, вон у нас где там вторая штучка. Сейчас мы ее соберем. Подожди. Ну-ка давай-ка, моя красоточка. Смотри, как мы делаем. Оп! Вы заработали достижение 40 уровень Керриган. Ну и все, доп-квестики выполнены. Бежим. Тут что-нибудь есть интересное? Идем тогда дальше.
Ой, а вы давно здесь? Я их даже как-то и не заметил здесь. Ты понял, нет? Так, давай-ка мы... Хоп, полечим всех. Так, оп, удобненько. Хилочка теперь есть. Сюда нам, я так понимаю, не нужно, да? А, я и не достану, в принципе. И еще тараканы. Отлично. Предводительница разбитой стаи! Нет! Ты боишься меня, Ягдра? Ты ведь знал с самого начала, что у тебя нет шансов. Твое перевоплощение ничего не изменит! Скоро от тебя останется лишь угольный след! Ха-ха, я бы не был так уверен. Тихо-тихо-тихо-тихо. Эта тварь откладывает яйца, уничтожьте их! Да хватит. Вот это ты, мальчик, дал. Подожди, подожди, подожди. Гори! Воу! Тихо, 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 тихо! Стой на месте! Оп. Тихо, 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 тихо. Какой ты шустрый мальчик. Чё стоим-то? Уничтожаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Да я только и делаю, что коконы уничтожаю. Когда тебя-то бить? Некогда. Шустрый малый оказался. Ай, зергушатки мои помирают. Ай-яй-яй-яй-яй. Да стою уже. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо, что началось-то сразу? Иди ко мне, мой сладкий. Всех моих таракашек убил, а? Вредина. Бежим, 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 бежим. Оп, оп, оп. Стой на месте! Умри! Фух. Жесть! Всех таракашек убил моих, реально. А, ну, окей. Новые серьги из моей стаи. Изначальные гидролиски. Уничтожьте яйца, пока из них не вылупились зерги. Начните с самых больших. Вон там одно. Отлично. Отлично, отлично, отлично. А тут еще есть? Тихо, тихо, тихо. Внезапная ситуация. Тихо, тихо, тихо. Что началось-то сразу? Фу. Так, похиляемся немножко. Чё-то реально хардкорная миссия так-то.
Так, что у нас здесь? Здесь у нас новый доп-квестик, смотри-ка. И 4 мега-гига! Просто супер-дупер яйца! Жесть! Бежим, друзья. Ой, бежим, да побыстрее. Ой, зергушаток моих обижают. О, как же больно. Как же больно вы бьете, сэр. Всех потерял просто. Так, и еще где-то одно должно быть у нас. А где еще одно? Ну тут я вроде... Тихо, я только подошел, ну. Воу! Отходим. Потанкуйте немножко. Оп! Тихо. Оп! Оу-о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 у. Вот теперь отхиливаемся. И атакуем! Атакуем, говорю! Фу! Друзья! По-моему, у нас проблемки. Не находите? У меня 50, воздушные, наземные, а броня 3. Так, сейчас отхиляемся до полного. И энергию восстановим. Отлично. Идем дальше. А мне новых зергов дадут еще? Или это были последние? Видимо, это были последние. Плак-плак-плак. Тихо. Горячо. Ход. Хоп. Нет. Друзья. Грусть, печаль. Перезагрузочка. Так, тогда подожди. Как же нам поступить? И где нас, интересно, перезагрузят? Что-то реально жестко. Они так больно бьют. Так. Ага, удачно. Новые зерги из моей стаи. Изначальные гидролиски. Уничтожьте яйца, пока из них не вылупились зерги. Начните с самых больших. Оп. 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 Отлично. Теперь мы здесь даже никого не потеряли. Хилимся, ждем восстановления энергии. И сейчас попробуем по уму, как говорится, пройти все. Значится, что нам нужно? Нам нужно сейчас сначала убить вот этих вот зергушат. А потом уже идти за артефактом, который там лежит. Оп. И еще волна. Оп. Да побыстрее давай-ка, Керриган. Чпоньк. Ай-яй-яй, не успели чутка. Но мы зато никого не потеряли. Это самое главное, как по мне. Окей, все, с армией полегче стало. Может быть, это даже сохранение нам на пользу пошло. Отлично. Ой-ой-ой. Тихо, отхиливаем. Кого-то потеряли, да, по-моему? Жаль. По-моему, потеряли таракашку. А, нет, гидролиска, да, их было по 4. Тех, 4 тех. И вот теперь... Нам нужно как-то здесь воевать. Воу. Отхиливаемся. Уничтожаем. Отхиливаемся. Уничтожаем. Ждем. А где еще один артефакт? Ну или вроде как его здесь нет. А вот написано, да, в этой области не осталось реликвий. То есть больше тут можно не искать, правильно я понимаю? Один нам где-то остался. О, подкрепление. Моя стая готова к бою. Отлично.
Лол! Правая рука Дехаки. Сильно кровоточит. Кем-то вырванное из тела Дехаки смотрится не очень аппетитно. Чего? Рука его, он же без руки типа был у нас в роликах. Окей. Допустим. Я чувствую твою силу. Мне не жаль будет пролить кровь, чтобы убить тебя. Тысяча ран. Тихо-тихо-тихо. Разорванная плоть. Полегче, мальчик. Крейт идет за тобой. Воу-воу-воу-воу-воу. Отходим. Так, ну ты пока самый безобидный вроде как. Впрочем, ладно. Впрочем, ладно. Я пошутил. Давай по-доброму, друг. Воу-воу-воу-воу-воу. Тысяча ран. Разорванная плоть. Тихо. Вымирающие виды заработали достижения. А, кровь. Больше крови. Нормально. Держимся как-нибудь. Уходим, уходим, уходим. Тяжко. Гидролейска всех потеряли. Так, давайте мы вас кучкой будем уничтожать, друзья. Тысяча ран. Разорванная плоть. Больно. Кажись, и таракашек потеряем. Я разорву тебя на мелкие кусочки. Короче, опачки. Идите ко мне. Оп, сладенькие вы мои. Оп. Тихо. А-а-а. Прощелкал. И где сохранилось, когда мы уже прям зашли в него? Что-то тут по невнимательности помер. Можно было и не помирать. Начал контролить с этими тараканчиками и не успел на Керриган отпрыгнуть. Так, да, прям вот буквально перед самым-самым началом. Так, да, заходим. Так, ну это мы уже видели, да, друзья? Тысяча ран, разорванная плоть. Крейт идет за тобой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хилимся, живем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тысяча ран. Разорванная плоть. Оп. Нормально, нормально. Да, кровь. Больше крови. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уходим. Ай-яй-яй-яй. Вот так вот можно сделать разочек. Тысяча. Ай. Разорванная плоть. Я разорву тебя на мелкие кусочки. Ну-ну. Ну как же много ты их призываешь-то, а?
Ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сражайся! От этого ты станешь лишь слаще на вкус! Как же их много! Тысяча ран! Разорванная плоть! Иди сюда, тысяча ран, разорванная плоть. Сейчас мы сделаем из тебя шашлик-башлик. Иди ко мне. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Умри. О, да. Немножко зергушат наших потеряли, но жаль. Что тут, ничего не поделаешь, конечно. Я уж испугался. Я прибыла. Она сокрушит твоих врагов. Когда увидел вот его, я уж думал, это против меня они бегут. Так, и вот вопрос, где еще одна реликвия, а? Пошли искать. Здесь она? Не здесь. И не здесь. Там вроде не было. Эти существа взорвутся, как только почувствуют тебя. Ну чё так, слабенько. О, подожди. Тут чё? Ага. Кровозавр плюёт кислотой. Убей его скорее. Оп. 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 Ну и все. Отлично. Забрали. Можно теперь расслабиться на тему доп-квестиков. Так, все быстренько закопались, похилились. Вот так. Ну и пошли. К последнему, видимо, опачки. Боссу. Ай-яй-яй, минус ультралиск. Вообще минус все тут. Нормально так прошелся, да, стример? Один тараканчик остался. Ну, короче, друг. Воу. Тихо-т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 ихо. Оп. 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 Нормально, я тут всех слил. Короче, на, все. Надоел. Зеровский игольник. Интересно. Итак, как сражаться-то вот теперь тут будем? Без зергушат-то моих. А, ну... Мои зерги помогут тебе в битве. Окей. Одобряю, одобряю. Ну давай, вечная мать. Готовься принять смерть. Будет кислотненько, друзья. Бежать некуда. Расти
Растите, дети, растите. Воу-воу-воу, что началось-то сразу? А ну-ка, похиляемся немножко. Вжук. Вжук. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Больше. Еще больше. Как же она больно бьет, мамочки мои родные. Это просто жесть. Растите, дети, растите. Короче, там пускай пока не похиляется. Сама земля предает тебя. Больше. Еще больше. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ага, как же больно. Я всех потерял. Растите. Короче, нет смысла вкусить кого-то, кроме нее самой. Все, что я понял. Нужно лишь изредка вот так вот чистить. А, так она и своих подрывает. Окей. Оп. Да уж точно, ты тут, конечно, накакулила своих зергушат. Аж Загара позавидует. Близко было, близко. Чуть не отъехал, друзья. Как же больно. Больше. Еще больше. Тихо. Они так-то нехило бьют, я бы сказал. Нет. Тихо. Подожди. Чпоникс. 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 Сама земля предает тебя. Оп. Почистили растите, немножко. Растите, дети. Растите. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дети. Цветы жизни. Растите, дети, растите. Ты умрешь сегодня, нет? Бесконечные просто. Зилван. Еее. Смотри на него. Это громадина. Сражайся. Жесть. Выживает только сильнейший. Поглощай и расти.
Это единственный путь. Жесть. Это судьба всех изначальных зергов. Ага, он еще и призывает кого-то. Да, наши ряды поредели. Тихо. Ай! Быстро бьет! Тихо! Тихо ты! Да тихо, тихо ты! Ага, лол, сам своего прибил. Молодец. Ничего не скажешь. Воу-воу-воу-воу. Полегче? Эй! Это что за гоп-стоп был сейчас? Зажали меня тут, понимаешь ли? Тихо. Ага. По одному, девочки и мальчики. Оп. Ну, короче, моему отряду здесь не жить было явно. Явно не жить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Отлично. Время на отхил. По одному. Давай сюда. Ой, умничка. И убей его. Почти молодец. Нет! Как же он их много и быстро призывает. Я снял ему всего лишь половину. Друзья. Вот он, хардкорный босс-то. Жесть. Не, ну сейчас будем пытаться, конечно, но... Как уворачиваться целой армией моей, я не очень представляю, если честно. Так, ну это мы все видели, да? Поэтому сразу начинаем. Как ты тут будешь меня? Сражайся, Керриган. Выживает только сильнейший. Оглощай и расти. Это единственный путь. Короче. Это судьба всех изначальных зергов. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот, короче, три таракашки еще хоть как-то управляемы. Ай. Ну, впрочем, было три, остался один. Почему и не... А, ни одного не осталось. Ну да, действительно. Эй, это не должен же был задеть. Что за нечестная игра, нечестная игра. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп, по одному. Отлично. Плохело что-то чутка. Прям самую малость. Полегче, полегче. Так, умри, пожалуйста. Ой, умничка. Сам добил его. Прыжок смерти заработал достижение. Это, конечно, интересно все, но... полегче. Слишком горячо что-то. Молодец. Сам их убивает. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Вроде справляемся. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Воу! А чё так жестко-то? Так, вроде не задел. Отлично. А, опять ты тут своих призвал мелких. Давай на них. Ой, молодца. Только это мне не помогает, друзья. О-о-о, полегче. Ну-ка, убей-ка его. А-а-а. Многовато вас что-то становится? Многовато. Воу. Вот и поредели ваши ряды. Чпонькс. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну нормально, он сам их убивает. Так, эй, да ты же не должен был задеть. Что началось-то сразу, ну? Минус. Ой, молодца. И умри. И умри. Так. Другой возможности нет. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Мальчик. Ты что-то какой-то слишком агрессивный. You know? Жжет-жжет-жжет-жжет-жжет. Какой же ты страстный. Не трогай, не убивай, я вообще халёшный, безобидный. А знаешь что? Я-то брал! Ты умрешь! Зерус мощь! Иша, приготовь Левиафан! Настало время вернуться в сектор Капрулу. Фу, друзья. Вот это я понимаю, хардкор. Мне даже 3 ачивки дали. И награду дали портрет Дехаки. Так, давайте читать. Вымирающие виды. Убейте 300 боевых единиц противника при помощи Керриган в задании «Высшее существо». Королева джунглей, не допустите того, чтобы запас здоровья Керригана опустился ниже 100 единиц задания высшее существо на уровне сложности боец. Это было хардкорно, друзья. Реально хардкорно. Особенно последние 2 босса. Итого мы выполнили вообще все, так что у нас много чего дадут взамен, я так понимаю. Отправляемся на Левиафан. Моя королева, со мной связалась мать стаи Килиса. До нее дошла весть о твоих успехах, и она хочет присоединиться к рою. Ее стая немногочисленна, но у нее есть сильные левиафаны. Килиса, услышь меня. Планета Местав 4, центр военной промышленности Доминиона. Собери свою стаю и уничтожь его. Так ты заработаешь право вступить в рой. Да будет так, моя королева. Моя королева, после превращения твои способности изменились. Ты можешь узнать об изменениях, зайдя в личные покои. Мощно она одной силой мысли планетки теперь захватывает. Вот это уровень у Керриган, конечно. Но, дорогие друзья, что будет дальше, мы, конечно же, узнаем в следующей серии To Be Continued. Друзья, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, сервер Discord. И удачи вам в играх, и не только.